коврик своими руками из старых вещей легко. Красочный, мягкий, оригинальный и бесплатно. Понадобятся ненужные вещи, которые вышли из моды или потеряли внешний вид, и ваше свободное время. Для начала необходимо изготовить трикотажную пряжу, нарезать на полоски старую одежду, обычно 2-3 см для толстого крючка. Возьмите длинную полоску и потяните в руках ее в разные стороны. Трикотажное полотно скручивается при натяжении. Смотайте полученную пряжу в клубок, и можно приступать к вязанию. Для более аккуратного вида ленты можно сшивать. Так приятно создавать уют своими руками. Творите, фантазируйте и удивляйтесь.